Эта информация касается безопасности наших детей. Вчера на Байкальском тракте произошла дорожная трагедия, в результате которой погиб 12-летний ребенок, управлявший квадроциклом, который ему приобрели родители. Почти ровно год назад, 8 июня 2023 года, в микрорайоне Новоленина погиб 14-летний мотоциклист. Двухколесную технику ему приобрел отец. Уважаемые родители, все мы хотим, чтобы наши дети росли самостоятельными и ответственными в быту, при выполнении уроков, чтобы сами стремились заниматься спортом, чтобы побольше времени проводили с друзьями на улице. Однако границы самостоятельности должны находиться под вашим контролем. Покупая детям опасные игрушки в виде бензиновых квадроциклов, питбайков, мопедов, мощных электросамокатов, вы берете слишком большую ответственность за самостоятельность ваших детей. Никто не задумывается о последствиях, когда беда не коснется лично. Мы призываем исключить любой доступ детей к транспортным средствам. Летние каникулы нужны, чтобы отдохнуть, набраться сил, найти новых друзей. И пусть летний отдых для вас и вашего ребенка будет радостным и безопасным.